1 миллиард манатов превысили доходы от продаж закрытого акционерного общества «Азерголд» на внутреннем и внешнем рынках. Такого показателя удалось добиться с 2017 года, заявил председатель правления акционерного общества Закир Ибрагимов. В целях развития местного ювелирного искусства на внутреннем рынке было реализовано более 11 тысяч унций золота и свыше 76 тысяч унций серебра. Все это является плюсом для ненефтяного сектора экономики Азербайджана. Вместе с тем, Азерголд помогает местным общинам развивать свой бизнес. Эта помощь осуществляется с учетом специфики региона и потребностей местных общин. Основными принципами деятельности ЗАО «Азерголд» является эффективное использование природных ресурсов, применение концепции устойчивого развития и социальная ответственность. Целью поддержки развития пчеловодства в Дашкесанском районе является развитие здесь экосистемы малого предпринимательства, внесение дополнительного вклада в госпрограммы социально ориентированной госполитики и социально-экономического развития региона. Продвижение пчеловодства важно для экопредпринимательства и увеличение производства натурального меда. Осуществляется эта задумка при поддержке агентства развития малого и среднего бизнеса «Кобья». Владельцы пчеловодческих хозяйств стали участниками проекта под названием «Поддержка развития пчеловодства в Дашкесанском районе». Успешно завершившим обучение и выполнившим практические занятия были вручены сертификаты. Кроме того, был проведен осмотр предоставленных пчеловодам активов, в том числе полностью оборудованных пчелиных ульев и медогонок. Реализуемый в Дашкесанском районе проект, который имеет большой потенциал для развития пчеловодства, является важной социально-экономической инициативой для региона. Пчеловоды, правильно воспользовавшиеся созданной возможностью, увидят ее положительные результаты в своей деятельности и добьются дальнейшего расширения хозяйств.